12 октября по 15 ноября в Башкортостане прошел республиканский онлайн-фестиваль исполнителей частушек «Такмакфест-2020». Организаторами мероприятия выступили Министерство культуры Республики Башкортостан и Дом дружбы народов Республики Башкортостан. Фестиваль проводится в целях развития и сохранения национальных традиций, выявления талантливых мастеров частушек, приобщения молодежи к материальному и духовному наследию. Для выявления лучших фольклорных коллективов, изучения истории и культуры родного края, воспитания чувств патриотизма к родному краю, приобщения к истокам традиционной народной культуры, выявления народных талантов, развития исполнительского мастерства, обмена опытом, сохранения культурных традиций народов, проживающих на территории Республики Башкортостан и Российской Федерации. Фестиваль «Такмакфест» проводился впервые в онлайн-формате. На протяжении месяца конкурсанты отправляли на электронный адрес оргкомитета частушки на разные темы. О жизни, о любви, просто шуточные и еще много о чем. Яркие, энергичные, зажигательные исполнители частушек передавали свои эмоции зрителям. Для всех участников фестиваля было необходимо музыкальное сопровождение, хорошие вокальные данные, высокое качество видео и сценический национальный костюм. Приветствовались видеоролики выступлений на фоне мини-экспозиций в народном стиле, живой звук, использование традиционных народных инструментов. Все видеоролики участников «Такмакфест» размещались на официальном YouTube-канале «Дома дружбы народов Республики Башкортостан». Частушки исполнялись на башкирском, русском, марийском, удмуртском, татарском и еще на других языках народов Российской Федерации и мира. В конкурсе приняли участие мастера частушек с разных районов Республики Башкортостан и регионов Российской Федерации. Географию конкурса расширили участники из Эстонии, города Таллин, и теперь «Такмакфест 2020» официально можно считать международным фестивалем. Были определены следующие победители. Третье место – коллектив «Яшлек», Курганская область, Сафакулевский район, деревня Бакаева. Место ансамбль «Ошмес», родник, город Таллин, Эстония, художественный руководитель Кутергин Павел. Первое место. Коллектив «Бердемлек», Мадоу, детский сад номер 79, город Стерлитамак, Республики Башкортостан. Эй,
самауыр ерлемесе көмірді Ойнап күліп ерлап ерек өткерәйік өмірді Қағыттеген тауышқа, ойан басты қамышқа Үттәлерінде бірге қайда менің абышқа Дополнительные номинации. Лучший сольный исполнитель. Гудь Ирина Сергеевна. Уфимский район, Республика Башкортостан. Лучший сольный исполнитель Петраев Иван Андреевич, Республика Башкортостан, Калтасинский район, деревня Амзибаш. Все участники фестиваля были награждены дипломами, а победители – памятными подарками от Дома дружбы народов Республики Башкортостан.